Сначала ехала в машине в пятером, а потом ушла. И там тоже сидела в пятером, правильно? Нет, там было четверо. Паника такая, что? У меня паника. Сонь! Документируй. Она неплохо фотографирует, постоянно фотографирует. И это очень похвально. Равно как и желание жить. Будете привлекать все внимание. Китайцы, они очень дружелюбные, и если они видят иностранца, они хотят, так сказать, поделиться своим знанием английского языка вот с иностранцем. Ну, чтобы он понял, что китаец не хухры-мухры, а тоже по-английски майон. И ты идешь, вот, и тебе вот эта череда вот этих китайцев, которые подходят и говорят халё. Ты можешь жарить его с той стороны, с которой не прыгают. Прыгайте с той стороны, вот ага, они все равно его стоптают.
Сейчас кто-нибудь. О, красиво. Смотрите, жена нас. Мне кажется, Саша напрыгался уже. Я против движения еду. Да, Саша напрыгается, когда у него попа горит. Под музыку хорошо прыгает. Под музыку. Я скорый раз. Оп. Вот не то, что я прям там год выбирала, знаешь, прям... Это более тяжело. Вот смотри. Ай! Тоже мельница. В четвертом будет три. Я приехала сюда. Да, я приехала сюда ради мельницы и венка на голове. Арфа бесится вновь, как штурвал цепелина, оплавляется контур в уставых руках, выдувает сироп.